Основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем, что составляет 67% пожаров от общего количества. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования 14% и нарушение правил использования печного отопления и дымоходов 9%. Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает, если в результате пожара причинен тяжкий вред здоровью граждан и серьезный материальный ущерб, виновник может быть привлечен к административной ответственности. Штраф на частных лиц составит от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных от 40 до 50 тысяч рублей, а на юридических от 350 до 400 тысяч рублей. При нарушении правил пожарной безопасности, повлекших за собой пожар с причинением тяжкого вреда здоровью, граждан и материального ущерба. На юридических лиц может быть наложен штраф от 600 тысяч рублей до миллиона, а деятельность организации приостановят на срок до 90 дней.